Следующая находка после значка оказалась не такой интересной. Это монета. Вон торчит из земли. Так, советская монета. Можно посмотреть, что за монета. По размеру, наверное, 3 копейки или 5. Так, 3 копейки. Год. Что, опять 61-й, что ли? Не, 67-й. 3 копейки 67-го. С трудом выдолбил вот эти 2 копейки. Вот. Еще подумал, что ради них столько потратил энергии. Но потом пинпойтером прошелся, копнул еще раз, и вон лежит монета. Ах, задел ее лопатой, вот тут вот видно, шкребанул. Давайте вытащим ее. Вот так вот. Во какой след остался от нее. Так, монета крупная. Я вижу, что это что-то интересное. Это у нас, друзья, юбилейный рубль. Сейчас я его потру. Юбилейный рубль. Юбилейный, конечно, встречается очень редко. Но сам по себе этот экземпляр не очень ценный. Это очень такой ходовой в те времена был. 50 копеек. В общем, у меня такие есть в хорошем, в идеальном состоянии. Это, конечно, в коллекцию не пойдет. Но все равно прикольно. Ну вот эта яма, из которой так что достал 2 копейки юбилейный рубль, вот что-то еще звенит. Если посмотреть пинпойтером, то вот где-то здесь. Где-то здесь лежит что-то и пищит. Давайте ковырнем. Ага, долго ковырять и не надо было. Вон она лежит. Маленькая монетка, еще одна. Так, ну такая копеечка. Опять я задел лопатой. 84-й год. Копеечка. Был хороший монетный сигнал, копнул, с трудом, конечно, как всегда. И вон монетка лежит. Еще не смотрел, какая. Давайте вместе с вами посмотрим. Так, с этой стороны земля. Ой, я уже вижу, это рамочник. 15 копеек. Если рамочник, значит, то реформенный. Год. Ответ распрячусь. Год не пойму. 53. Ходил минут, наверное, 10, ничего не попадалось. Вот сигнальчик, вон торчит монета. Можно сейчас посмотрим, что за монета. Мне кажется, что-то из 90-х. Ага, она конкретно тут заморожилась. Вот. Ну да, 20 рублей. 92-й год. Вот такая монета. Друзья, у меня радость. Смотрите, какая монета выпала. Желтенькая. А если желтенькая, значит, это у нас дореформенная. То как раз, что я собираю. На этот раз крупненькая. Я думаю, это 3 копейки. Смотрим. Да, 3 копейки, 54-й год. Здорово. Этот склон меня радует. Это как раз тот склон, где я нашел 4 по 2 в одной ямке. Сейчас буду тут еще звонить. Потому что дореформенные монеты мне очень нравятся. Это мои самые любимые из советских. Ну, не считая, конечно, белонов. Белон это серебро низкого качества. Они выходили в 23-м, 25-м году. Но таких ранних я здесь, думаю, я не найду. Хотя было бы очень даже хорошо. Ладно, ищем дальше.
хороший монетный сигнал. Смотрим. Три стабильный. Предлагаю копнуть вместе. Мне очень интересно, что здесь может быть. На этом склоне я находил одну японскую монету и уже штук 5 ранних. Возможно, это еще будет ранняя монета. А возможно, какой-нибудь шмурдяк. Сейчас посмотрим. Так, проверяем, выкопал, нет. Я выкопал. Смотрим. А, вот она выпала, смотрите. Монетка какая-то выпала. Вот она лежит в траве. Выпала прямо из земли. Ребята, я вижу. Я уже вижу, что это. Блин, а какой сохранчик. Смотрите, это еще одна японская. Вау, супер. Да ты чё? Блин, она практически такая же, как я эту находил. Сейчас, подождите, мне прям стало интересно. Сейчас я ее найду. Так. Где-то здесь у меня. И сравним. Смотрите. Две абсолютно одинаковые и в одном и том же состоянии. Вот эту только что нашел. А вот эту вот нашел перед этим. Ну, смотрите, номинал один. То есть по иероглифам, если сравнивать, как бы они одинаковые. И с этой стороны тоже одинаковые. Может быть, это один год, может быть, даже один и тот же человек потерял. Вообще круто. Надо ходить по этому склону еще. Уже две японских монеты. Сегодня вообще получается у меня самый удачный коп. Я никогда не находил за раз, ну как бы за один день сразу две японских монеты. А вот в этот раз повезло. И состояние, смотрите, какое. Надо даже сфотографировать. Смотрите, как красиво лежат. Идеально. Иду дальше. Вот. Вот эта ямка, где я только что поднял японскую. И здесь у меня еще один хороший сигнал. Ну как, не идеальный, конечно, сигнал, не такой, как только что, вот когда я японскую копал. Но все равно я решил копнуть в прямом эфире. А вдруг повезет и будет еще японская. Бывает, что монета, например, стоит ребром под землей. И поэтому ее. Поэтому плохой сигнал. Потом начинаешь копать, сигнал улучшается. Надо проверять. О, слышите? Сигнал улучшился. Смотрим. О, я вижу монету. Вон она выпала. Вон она, вон она, вон она. Так, что это у нас? А, все понял. Это, походу, опять корейская монетка. Ну да, опять 50. Ха, забавно. Ребят, ну как так получается? Смотрите, вот хожу по склону. Но это явно один человек терял. Че он, его карманы были дырявые? Это третья корейская монета уже на этом склоне. Ну и они как бы разбросаны. Они не то чтобы одна возле одной лежат. Они разбросаны. Забавно. 1994. Так, хожу по склону, где нашел японские монеты и корейские. Тут сигнал интересный. Смотрим. Хороший, стабильный сигнал. Предлагаю вместе копнуть. Так, смотрим. Копал. Так, где наш пинпойтер? Надеюсь, это будет монетка.
А лучше, если японская монетка. Пока ничего не вижу. Где-то что-то пищит, а что непонятно. Ага, вон выпала монета. Видите? Я тоже вижу, смотрим. Так, что это? Вообще не понимаю. 1980. А, ну. Тоже что-то с иероглифами, смотрите. Но я не знаю, я не могу разобраться, что это значит. Корейская это или японская. Но японская не может быть слишком ранней, слишком поздней, как бы, ну куда? 1980 год. А, ну да, вон написано, смотрите, Корея. Что-то там это банк корейский. 10 1980. И с этой стороны вот такой вот храм, домик, не знаю, иероглифы, номинал. В общем, это корейские деньги. Тут кто-то конкретно растерял корейских монет. Это какая уже, четвертая или третья по счету? В общем, в конце все вам покажу, ребят. В общем, только что тут еще одну корейскую нашел, потом посигналил. Сигнал есть, копнул. И вот где-то здесь опять сигналит, пищит. Смотрите, а вон она уже лежит, я ее вижу. Вот. И это опять корейская, да? Ну да, корейская. Тоже тут что-то 10. 90-й год. Во как. Сейчас по сигналу наверняка еще что-нибудь лежит тут. В общем, уже не знаю, какая по счету, но корейские монеты прут на Сахалине. Кто-то растерял. Турист какой-то был или местный житель. Привез корейских деньжат и посеял здесь. И еще одна корейская монета. Все, надоело мне уже их копать. 89-й год. Я такие не коллекционирую, поэтому если кто-то собирает, пишите, я вам их подарю. Потому что я их уже накопал здесь много. Отошел немного в сторону. И здесь вот сигнальчик. Копнем вместе. Это склон вроде мягкий. Копается легко. Можно копать в прямом эфире. Не выкопал. Может, монета, а может быть, пробка. Пока не знаю. Ха, еще не выкопал. Так, надо попробовать пинпотером. А, вот все, вот в этом комочке. Так, полдела сделано. Теперь вот это мое самое интересное, когда вот так выкапываешь, разламываешь и думаешь, что же мне сейчас попадется. А это монета. Смотрим, какая. Так, советская монета это. 3 копейки, 80, или 60, 61, кажется. В общем, это не то. Так, я решил уже двигаться вниз, в сторону дома, но по пути попадаются сигналы. Предлагаю узнать, что там. А вдруг попадется третья монета японская.
Да еще и серебряная. Вот это будет счастье. Так, выкопал. Смотрим. Где-то тут что-то лежит. Что непонятно. Ну где-то тут рядом уже. Не хочется руками сильно тут ковыряться в земле. Вот она, что пищала. Видите, друзья, не всегда так везет. Это пробка. Весь измазался ради пробки. Так, двигаюсь домой. Был интересный сигнал 96. Но такие сигналы редко бывают, поэтому я копнул. Выпала какая-то интересная штуковина. Вон она лежит. Я еще сам не смотрел, не разбирался. Давайте с вами. Вот она лежит. Смотрим. Так. Что-то интересное. Что-то из меди. Слепочек. Так, смотрите. Что-то такое необычное. Причем тут ушко. Ушко есть. То есть это значит, что, возможно, что-то подвешивалось. Так, сейчас берем волшебную нашу тряпочку. Трем. Может быть, есть какие-то надписи. А лучше, если будут иероглифы. Смотрим. Ничего не вижу. Ну, не знаю, это что-то может быть самодельное, смотрите. Я потому что вообще как бы даже не видел такого, не понимаю, что это. Но это наверняка что-то самодельное. Вот есть ушко, то есть подразумевалось, что это будет куда-то вешаться. Не знаю, на шею, не на шею. Зачем на шею вешать такую железяку странную? А куда тогда еще вешать? В общем, надписи я никаких не вижу. Я, конечно, дома еще ее потру, помою. Но надписи сейчас никаких нет. Но это видно, что ручная работа. Вот как бы вытесана, так может быть сказать, грубо. Ну вот, какой-то такой типа медальончика, я не знаю, как назвать. В общем, из меди. Медная. Вот такая находка. Ох, а я потихоньку двигаюсь домой. Уже накопал много монет, хватит на сегодня. Вообще нормальные рекорды побил. Ранних советских монет много накопал, японских две штуки. Сейчас вот спущусь в сопки и покажу вам все находки. Иду дальше. Ну все, друзья, я закончил. Сегодня опять очень много монет нарыл. Прилег вот так вот отдохнуть. Нужно немножко передохнуть после тяжелого копа. Сейчас покажу вам все находки, которые я сегодня выкопал. Сегодня, я думаю, был один из самых удачных выходов, потому что сразу две японских монет. Так, ну давайте пробежимся. Первая, вот какая-то такая штучка. Почему она мне приглянулась? Она из меди и покрытая эмалями. А также две вот таких дырочки. Я не знаю даже, от чего это может быть. Может быть, куда-то крепилась. Но надписи никаких нету. В общем, такая вот штучка. Дальше пряжечка. Я вот такую вот пряжечку нашел. Не снимал ее. Но она такая не очень интересная. Алюминиевая, скорее всего, советская. Вот пряжечка. Дальше вот такая трубка. Медная. С одной стороны закрыта. Не знаю для чего. Возможно, в детстве мы... Я помню, у меня такая же была. Я набивал сюда серу от спичек. Вставлял гвоздь. Ударял обо что-нибудь, и получался взрыв. Возможно, когда-то то же самое делали дети. В общем, такая вот штучка. Потом вот этот интересный медальон, не знаю, медальон, не медальон. Такой вот он изогнутый, из меди. Здесь дырочка для того, чтобы подвешивать. Но нет никаких надписей, ничего. Возможно, это заготовка, или человек просто не успел ее доделать. Вырезал как бы, но никаких надписей еще не успел нанести.
В общем, вот такая интересная штучка. Дальше у нас по мелочи. Так, что здесь? Так, это какой-то шмурдяк. Значит, это значок у нас идет. Вот. Вот такой вот советский значок с эмалями. Очень симпатичный. Жалко, немножко помятый. И без вот этой вот петелечки, с помощью которой этот значок цеплялся к одежде. Вот. Дальше у нас идет колечко. Я посмотрел, это действительно колечко. Вот с такими вот какими-то насечками, красными точечками. Но это бижутерия, оно очень легкое, из алюминия. Просто такое вот детское маленькое колечко. Ничего особенного. Дальше. Дальше у нас идут советские монеты. Опять огромная куча. Смотрите, помните прошлое мое видео, сколько я монет выкопал? И вот я сегодня копаю на том же самом месте. Смотрите, сколько еще монет. Я уверен, если прийти еще раз сюда, то будет столько же. Вот. Но в этот раз монеты поинтереснее. Вот я могу немножко посортировать. Сюда я буду складывать корейские монеты. Вот. В эту кучку я буду складывать ранние, точнее поздние советские. Так, это все поздние, поздние. Так, вот это раннее, это вообще отдельно. Так, это у нас раннее, позднее, позднее. Это раннее, корейское. Итак, смотрим. Считаем сначала поздние советские монеты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 монет. Поздние советские, 28. Ранние советские, смотрите, вот они. Сегодня вообще отлично по ранним. Раз, два. Так, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть ранних советских. Отличный результат, прям таки отличный. Редко, когда мне удавалось ранними монетами сразу шесть штук выкопать. Теперь корейские монеты. Смотрите, сколько корейских. Прям вообще, я их вообще никогда не находил. А тут тебе на за один день выкопал сразу вон сколько. Ну, практически все в одном месте. Получается 3, 6, 7. 7 корейских монет. Здесь много одинаковых, поэтому пишите, если кто собирает, поделюсь с вами. Итак, 6 корейских монет. Вот. И самые интересные монеты за сегодня, которые я очень хотел найти, и вот мне повезло. 2 японских монеты. Я могу предположить, что это 1 цен. Они из меди, и какой год, я пока вам не скажу. Нужно прийти домой, почистить их, сфотографировать, отправить знакомому. И я приложу, обязательно будет надпись, какой это год. Вот такой вот сегодня коп получился. Интересный, увлекательный, немножко тяжелый, но... Я очень доволен сегодняшним копом. И значок, и колечко, и 2 японских монеты, и ранние советские монеты, и интересный какой-то шмурдячок, и куча поздних советов. Ну что ж, эта сопка не перестает меня удивлять. Я думаю, что я наведаюсь обязательно сюда еще раз, а может быть и несколько раз. В общем, буду ходить сюда до тех пор, пока монеты тут не кончатся. Ну а если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал на YouTube, пишите комментарии, обязательно я все эти комментарии читаю, пишите вопросы, на все вопросы отвечу. С вами был Джек, до новых встреч!